Итак, всем привет! Я вернулась из отпуска и, конечно же, продолжаю свои прохождения. И много мне очень тут написали по поводу 25-го эпизода. Все знаю-знаю, и мы начинаем. Называется он «Химические реакции». В школе появился новый учитель. Больше нет времени на развлечения, предстоит сложный урок химии. Кто будет с тобой в паре? Конечно, постараемся все это узнать. Итак, here we go, поехали. Прошло несколько дней, прежде чем директриса сделала объявление о появлении нового учителя химии. А что он делал тогда, новый учитель химии, несколько дней? Никто не знал о нем. Но уже сегодня она проведет у нас первое занятие. Интересно, как все пройдет? Мне даже немного страшно. Чё бояться-то? А мне нужно идти в научный класс. Окей, идем в научный класс. Ой, Роза, ты не идешь на урок? Кажется, у меня особого выбора нет, но я не очень люблю химию. Перестань, не делай такое лицо, может, учитель будет добрым. Не уверена, что это заставит меня изменить мнение на этот счет. Нет ничего невозможного. Давай, глупо будет опаздывать в первый же день. То есть прихватили с собой еще Розу, заманили. Итак, я вошла в класс с Розой. Она настояла на том, чтобы сесть на задний ряд, и я села рядом с ней. Ух ты, вся толпа тут. Наконец пришли все ученики. Ой. Да, сразу видно, что она прям такая сама милота, доброта. Директриса зашла в класс женщины, которую я прежде не видела. Добрый день, позвольте мне представить вашу новую учительницу, мадам Делане. Мадам Делане, да. Рада познакомиться. Мне много рассказывали о вашем классе. Шепотом. Думаешь, мы должны положительно к этому отнестись? Я не знаю. У мадам Делане отличная репутация. Нет сомнений, что она сумеет передать вам свои знания. Разумеется. В конце концов, я здесь именно за этим. Ух, ничего общего с учителем Форезом. Она кажется гораздо более уверенной в себе. На этом я вас оставлю. Работайте, приятного всем дня. Как только директриса захлопнула за собой дверь, в классе воцарилась мертвая тишина. Все притихли, не знаю, чего от нее ожидать. Кажется, эта учительница способна утихомирить учеников одним своим видом, излучающим уверенность и авторитет. Даже Амбер с ее подружками не шелохнулись. Ну, это пока что. Хорошо, сегодня в виде исключения вы можете оставаться на своих местах, но знайте, что работа в группе будет предпочтительна для проведения научных экспериментов. Поэтому, начиная со следующего урока, вы будете разбиты на взаимодополняющие пары. На пары? Так, почему у вас такие изумленные лица? Что-то не так? Прошло несколько секунд, прежде чем кто-либо решился ответить на вопрос. Что значит на взаимодополняющие пары? Мадам Делане провела брови в явном недоумении. «Вы прогуливали уроки русского, молодой человек?» «Ну, у них разве русский?» Армин так и онемел. Думаю, он не ожидал такого резкого ответа. «Нас беспокоит не буквальное значение, мадам, и могли бы вы просто объяснить, по каким критериям будет оцениваться эта взаимодополняемость?» «О, ну, Натаниэль, как всегда, сумничал. Это очень просто. Вы пройдете тестирование уже сегодня». Шепотом. Я надеюсь, что она шутит. Тишина! Амбер со своими подружками мгновенно замолчали. Они как будто съежились на стульях. Это тестирование покажет одновременно ваши знания по химии и ваши личностные качества. Я смогу оценить как ваш уровень знаний по предмету, так и ваш характер. Таким образом, я смогу найти вам пару, наиболее подходящую для совместного прогресса. Вам понятно? Какое-то психологическое тестирование устроило. У нее слегка странный метод. Всех, кажется, это совершенно ошеломило. Шарлотт подняла руку. Да, слушаю вас. Это означает, что мы можем оказаться в паре с любым учеником? Нет, не с любым, а с тем, с кем вы будете лучше работать. О, господи, его перерисовали. Тоже как и Натаниэля. В течение года не будет возможности пересесть?
только в том случае, если ваши результаты от этого будут страдать. Но я лично буду об этом судить. Она действительно не шутит. Урок химии вдруг стал меньше мне нравиться. Не хватало еще, чтобы я оказалась в паре с Амбер или Капусин. Теперь, когда все сказано, я смогу начать тестирование. Вы за него не получите оценок. Оно, прежде всего, позволит мне вас лучше узнать. Она начала проходить по рядам, чтобы раздать формуляры. Розалия посмотрела на меня круглыми глазами. Что до меня, то у меня не очень хорошее предчувствие, и сводит живот. Мне это тестирование совсем не по душе. Шепотом, из этого ничего не выйдет. Я не смогу выдержать еще один такой напряженный урок в паре с человеком, который мне неприятен. Девушки. Упс, это она к нам обращается? Да. Я не уверена, что в последний ряд это наиболее подходящее место для вас. Наслаждайтесь последними минутами, вы пока не готовы там сидеть. Я с болью сглотнула слюну, пока она клала последние копии формуляров нам на стол. Поторопитесь, это не очень сложно. Напоминаю вам, что мне еще предстоит провести урок. Я опустила глаза на формуляр. Итак, приступим. О, у нас тестирование. Что означает в периодической таблице элементов? Так, ну это, по-моему, серебро. Кто изобрел горелку Бунзена? Рискну предположить, что Роберт Бунзен ее изобрел. Что такое ион? Это электрически заряженная неэлементарная частица, которая может быть одноатомной, многоатомной. Так, неудачный химический эксперимент, она первая. Структура Льюиса позволяет определить распределение электронов между атомами. Так, и принимает только один вид электронов с помощью кривых молекул. Ладно, второе. Среди перечисленных ниже качеств, какие вам наиболее свойственны? Чувство юмора, деликатность, серьезно. Чувство юмора бывает, да, свойственно. Ваша мотивированность относительно этого занятия. Менее, более... Этого именно занятия, ну не знаю, 50. Ваша любимая цветовая гамма. Ага, так, теплые, нейтральные, холодные. Ну вот... Мои, вот лично мои, теплые. Ну вот если мы подумаем о том, с кем сидеть, то мне кажется, Кассу нравятся холодные цвета. Кассу или Лизандру нейтральные цвета, теплые цвета. Ладно, холодные. Что вы ожидаете от своих друзей? Улыбок настоящего примера для подражания, наличие общих интересов. Наличие общих интересов. Посмотрим, что за тест такой. Тест закончен. Положите свои ручки. Немедленно! Она пронзила Ирис взглядом. Бедняжка пыталась закончить вопросник любыми способами. Тем хуже для тех, кто не закончил. Мы не можем потратить на это целый день. Передайте ваши формуляры на первый ряд. Не теряя больше времени, мадам Делане начала урок, сдерживая свои слова. Мне было сложно все как следует записать. Она давала столько информации в минуту, что в конце урока мой мозг был перегружен. И мне кажется, что я в этой ситуации была не одинока. Так, спросите у своих друзей, что они подумали об уроке химии. Ладненько. Так, Роза, это действительно черт знает, что такое. В этом нет никакой логики. Я совершенно согласна, чего не поняла. Логика здесь точно есть, но не понимаю, какая... Да, согласна, фигня какая-то. Я принимаю во внимание, да, что оценки нам за это не поставят, я пользы в этом никакой не вижу. Роза не видит пользы. О, вот целая толпа попалась. Все обсуждают урок химии, от него никто не оставился равнодушным. В общем, все-таки напряженная обстановка. Напряженная, ты хочешь сказать, ненормальная. Я никогда не видел более странного теста. У меня не получилось найти личное качество, которое меня лучше всего характеризует, поэтому я ничего не пометила. Ну, блин, как всегда. А ты не Агара, что бы там подумала. Все, что я могу сказать, это то, что мне не терпится начать проводить эксперимент, это должно быть забавно.
Так, мне не очень нравился вопрос о личной жизни. Меня удивило отношение учительницы, следуя преподнести это иначе. Я только надеюсь на то, что кружу с кем-то мне нравится. Ну, я надеюсь, да. Как я, например? Да почему бы и нет? Будет весело. Да, нелегко нам придется с этой учительницей. В любом случае, мне кажется, что соответствовать уровню, который она от нас ждет, будет сложно. На мой взгляд, она очень требовательна. Если нам повезет, она может утихомириться со временем. То есть, когда она лучше освоится в школе, я хотела сказать. Ну, дальше будет видно. Кто у нас в комнате Б? Ага, в этот раз мы крупно влипли. Серьезно, ты черт знаешь, что такое? Мне совсем не нравится эта учительница. И к тому же она слишком быстро говорит. И эта перестановка в классе, которую она задумала. Будем надеяться, что она скоро оставит эту идею. Мне лучше будет отсюда смыться. Лизандр. О, привет, Лизандр. Его хоть не перерисовали еще. А ты что думаешь про новую учительницу? Она слегка рисковата. Ну, он так осторожно про нее говорит. А это тестирование тебе понравилось? И не говори. Тестирование тебе понравилось? Мне показалось немного жестким заставлять нас с самого начала вступать в ее игру. Это немного выбивает из колеи. Мне сначала было страшно, а потом стало даже забавно. А чего уж забавного-то? Да я уверена, что ты все хорошо написала. Я уверена, что плохо написала. Так, ладно, не знаю, даже какие-то ответы-то дурацкие. Ты не должна так негативно к этому относиться. В конце концов, главная задача была не написать его на отлично, а проявить свои качества. Да, это так. Конечно, конечно. Так, что мы идем дальше, да? Кто у нас в классе А? Господи, какое у него лицо А? Просто что из него сделали такое? Признаться, методика мадам Делане показалась мне не очень убедительной. Так, а, да, у нас отношения-то в полном ауте. Потому что ты боишься оказаться в паре не с тем, кто тебе нравится. Ты думаешь, что она не очень хороший учитель. Меня она немного напугала. Ты первая боишься, да? Да, это отчасти так. Мне кажется, что понимание взаимодополняемости означает, что в паре окажутся полные противоположности. В общем, ты боишься оказаться в паре с Кастелем. Мне тогда на самом деле не повезет. Но такая возможность не исключена. Да уж. Так, сюда что? Кто у нас тут? Нету никого. Кастель. Никогда такого не видел. Серьезно, мы больше не в начальной школе. Ты говоришь о нашем последнем уроке? Да, отчасти. Эта учительница старой закалки скоро захочет, чтобы мы выстроились в два ряда и, взявшись за руки, вышли в класс. Спокойно, дорогой, не психуй. Кажется, она тебя напугала. Ха-ха, мне кажется, ты забавным. Я уже представляю тебя идущим за руку с Натаниэлем. Так, забавно, да, с Натаниэлем. Ржака будет, да? Напугала? Нет, она его не напугала. Мне кажется, это забавно. Он скажет, что тут забавного-то. Ладно, с Натаниэлем. Я тебя начинаю лучше узнавать. Ты думаешь, я не заметил твоих неудачных попыток примирения? Все нормально, я пошутила. Даже не думай, мы с ним никогда друзьями не будем. Я все поняла, незачем так нервничать. Понятно, понятно, дорогой. Спокойно. Так, бормочет. В чем дело? Ты рассержен? Ты плохо написал тестирование? Так, ты волнуешься того, кто будет с тобой в паре? Ты рассержен? Да, можно и так сказать. Новая учительница выставила меня идиотом перед всеми. Я бы сказала, что она сама выставила себя настоящей ведьмой. Она сделала достаточно жесткое и несправедливое замечание на тему русского языка. Это мило. Так, маленечко подняли отношения. А что мне, может, там выйти, да, кого-то еще поискать? В клубе садоводства нет никого, здесь тоже нет никого, в раздевалке нету. Ну, а что, мы еще не все обсудили, то где у меня задание-то?
спросить у своих друзей, да, еще не всех обошли. Ну, кто там еще остался-то? Что, обратно вернуться может где-то? Кого-то я не встречаю. Во, ну что Пегги здесь делает? Все в порядке? Я, ну да, я размышляла над твоей следующей статьей. Не совсем. Перестань, раз у тебя нет никаких горячих новостей. У меня куча новостей, не в этом дело. А в чем тогда дело? Если ты хочешь поговорить, я готова тебя выслушать. Ну, у всех бывают проблемы, но не значит, что нужно забираться в депрессии в подвал. Ладно, давай я тебя выслушаю. Ты думаешь, что я не видела, как ты смеялась, когда директриса меня наказала в последний раз? Ты не искренне, я это знаю. Должна признать, что в последнее время ты меня не особо щадила, так что действительно, когда директриса напала на тебя, я подумала, что ты это заслужила. Но сейчас у тебя действительно не самый счастливый вид, и мне не очень приятно это видеть. Ну извини, накопилось. Что ты хочешь этим сказать? Да это из-за дела Натаниэля. Я вмешалась во что-то серьезное, касающееся только его и его семьи. Я набросилась на тебя, чтобы узнать, что происходит. Это плюс недостоверная информация, которую я распространяла по возвращении Дебры. И уже получается достаточно. Сама нагосипорила, что. Просто мне кажется, что я перестала работать как следует. Да, ты совершила ошибки, но это со всеми случается. Соберись, докажи всем, что ты можешь все изменить. Мне нужно над этим подумать. Хорошо, но не трать слишком много времени на раздумья. Все зависит только от тебя. Так. Зависит только от тебя, Кентин. Мне не очень нравится эта новая учительница. Как и большинство учеников, на мой взгляд. И это тестирование, которого я совершенно не ожидал. И что ты ответил на первый вопрос? И какой ответ ты выбрал? На вопрос о личном качестве, который тебя характеризует лучше всего, да, вот это. Деликатность. Улыбнуться, нахмурить, брови взорваться от смеха. Ну, что нахмурить брови, не знаю. Взорваться от смеха, поржать над ним. Ну ладно, улыбнуться. Что, в чем дело? Ни в чем, просто ты не всегда достаточно деликатен. Может быть, ты недостаточно открыт со мной, но у тебя есть другие достоинства, не расстраивайся. Так, кого мы еще забыли-то? Что-то, мне кажется, уже всех обошли. Что там? Нет, еще? Кого мы забыли? Вроде я все обошла. 100 раз. Здесь опять никого. Здесь никого. Потратим кучу энергии на поиски последнего возможного ученика. День подходит к концу, понятно. Ягара. А, Мелоди. Я думала, мы ее в коридоре видели. У Мелоди запыхавшийся вид, как будто она бежала. Ну вот, вздыхает. Сложно тебя догнать. Ты носишься по всей школе. Да, конечно, найди вас. Ай, прости, что-то случилось? Мадам Делане попросила меня передать всем. Она забыла нас предупредить. Нас предупредить о чем? Ничего серьезного, уверяю тебя. Нам просто понадобится спецодежда на следующее занятие. Белый халат, защитные очки. И все в таком духе. Держи, вот записка для твоих родителей, где указана цена халата и прочие детали. Можно будет прийти за ними завтра в школу. Хорошо, хорошо. Нам пойдут новые халаты. Только не забудь, в противном случае я сомневаюсь, что мадам Делане позволит тебе войти в класс, она с этим не шутила. А, она не шутила по поводу какой-то мелочи, по-моему. Не волнуйся, я не забуду, спасибо за информацию. Я должна идти, мне нужно предупредить еще нескольких учеников. Найти бы, господи, только Лизандра и Кастеля. Я их видела, они должны... Должно быть, уже куда-то ушли с того момента. Мне ничего другого не остается, как еще раз обойти школу. Всего хорошего, Ниагара. Удачи. Пришло время выйти из школы. Теперь я пойду домой. Вернуться домой на автобусике, да? Сегодня ничего не задали, я смогу отдохнуть. Ниагара, мне нужна будет твоя помощь для приготовления ужина. Сегодня твой отец задержится на работе. Ему будет приятно, если ужин будет готов к его возвращению.
Ух, я с мамой на кухне развлечением это не назовешь, и это не пустое беспокойство, так как обычно ужином занимается мой отец. Хорошо, что ты хочешь приготовить? Бюрг-бюргиньон должно получиться вкусно. Мда. Зачем искать простые пути? Я провела весь вечер за приготовлением ужина или в попытке его приготовления. Дорогая, дай мне, пожалуйста, нож. Держи, только осторожно, я им чуть не порезалась. Приготовление ужина оказалось тем, что я предполагала, настоящей катастрофой. Но ты забыла все перемешать. Я думала, что ты должна была это сделать. В итоге мясо оказалось сухим и соус странного цвета. Мы не очень плотно поели, но зато от души посмеялись, особенно мой отец. Когда на следующий день я пришла в школу, меня посетило неприятное чувство, словно я что-то забыла. Иногда я очень рассеяна. Что? Я чуть не забыла взять деньги, хотя всех об этом вчера предупредила. Вот черт, деньги! Ты забыла? Но я ведь тебе об этом говорила. У меня на самом деле голова дырявая. Записка осталась лежать аккуратно сложенной в кармане куртки, которую я надевала вчера. Я ее даже не читала, мои родители и подавно. Этот ужин совершенно выбил меня из колеи. Мне во что бы то ни стало, нужно достать этот халат уже сегодня. Следующий урок химии будет уже завтра. У меня нет другого выхода, придется пожертвовать своими карманными деньгами. Ты найдешь какое-нибудь решение? Да, я с этим разберусь. Ладно, мне нужно идти. Увидимся позже, Ниагара Дали. Черт, нужно было у нее спросить, где купить халат. Так, узнать, где раздобыть спецодежду для урока химии. Хорошо, узнаем в следующей части, ребята, и всем до скорого. Пока-пока.